Всем привет, меня зовут Алина, и сегодня мы решили записывать выпуск снова в парке в Аргентине. Хочу рассказать про стоимость жизни в Буэнос-Айресе. Возможно, у тех, кто уже смотрел наше видео, есть вопрос, где же Илья. Он сейчас находится за кадром, потому что с маленьким ребенком снимать сложно, и еще нужно контролировать весь процесс. Короче, мы устали, что что-то да не получается, и поэтому сегодня он все контролирует. Конечно, стоимость жизни у всех будет получаться разная, но сегодня я попытаюсь рассказать о среднем бюджете. Вчера посмотрели видео, которое мы записали с Ильей в парке, и мы поняли, то, что я не сказала несколько важных моментов, поэтому сейчас мы с Германом гуляем по улочкам нашего района, и я вам все дорасскажу. Я записываю это видео в последних числах октября 2023 года, поэтому вся информация, которую я здесь рассказываю, будет актуальна именно на этот период. Все цены, которые я называю в этом видео, актуальны именно для города Буэнос-Айрес. Если вы собираетесь жить в провинции или в каком-то другом городе, то стоимость на аренду жилья будет дешевле, а на продукты плюс-минус так же, хотя тоже иногда говорят то, что где-то стоит подешевле. Многих интересует вопрос, как же менять деньги в Аргентине. Самый простой способ – это обменники в телеграм-каналах. Вы можете поменять рубли на песо, там, песо на доллары, доллары на рубли, как вам будет удобно. Один из самых частых вопросов по поводу инфляции. Да, здесь действительно очень сильно вырос курс песо за все это время. Когда мы прилетели сюда в марте, курс был 370, сейчас он уже 900 песо к доллару, даже до 1000 поднимался. Вот. Но если вы зарабатываете в рублях или в долларах, то вас это особо не касается, потому что цены остаются такими же, что-то даже получается дешевле, да, при переводе на песо. А вот если зарабатывать в песо, то тогда, конечно, это не очень. По поводу стоимости жизни в Буэнос-Айресе. Начну, пожалуй, с аренды жилья, потому что это одна из самых больших трат. Все остальное, помимо аренды жилья, в Аргентине стоит дешевле, чем в России. Когда вы прилетите в Буэнос-Айрес, можно снять студию, однокомнатную, двухкомнатную, трехкомнатную квартиру или даже дом. И, естественно, стоимость жилья будет разная. Если мы говорим о студии, то это будет примерно от 300 там, до 1000 долларов. Можно, конечно, найти подороже. Это примерный диапазон, как обычно здесь снимают квартиры. За 300 долларов здесь очень сложно найти квартиру, но можно. Она будет такого немножко бабушкиного варианта. Если прям очень-очень-очень-очень сильно постараться, то, конечно, можно найти. Так, в основном, студии современные начинаются от 500 долларов. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры начинаются от 500 долларов и дальше там заканчивается, можно и за 2000 долларов снять. И опять же, за 500 долларов это найти очень сложно и прям нужно постараться. Квартира будет не самая новая. Нормальные варианты начинаются где-то от 700 долларов. Трехкомнатные квартиры будут стоить чуть дороже, и если мы говорим о домах, то здесь тоже стоимость может быть абсолютно разная, потому что это может быть одноэтажный, там двухэтажный, трехэтажный дом. Здесь мне уже сложно назвать среднюю стоимость, но могу сказать то, что начинаются дома где-то там от 700-800 долларов. Что касается аренды квартир, то, конечно же, стоимость будет зависеть от того, есть ли в квартире мебель, потому что когда мы сюда только прилетаем, мы обычно снимаем квартиру с мебелью, и там, да, и подушки есть, и полотенца, и все, что нужно для жизни. Конечно, квартиры без мебели стоят дешевле. Также на стоимость будет влиять, снимаете ли вы помесячно или снимаете на долгосрок, и район, в котором будет находиться квартира. Следующая статья расходов – это еда. Конечно, сложно обобщить прям всю еду, каждый, опять же, питается как хочет,
Но что могу сказать, в среднем здесь продукты стоят дешевле, чем в России. Например, мы сравнивали, килограмм стейка здесь стоит раза в 4 дешевле, клубника стоит в 2-3 раза дешевле, то есть овощи, фрукты. Но если вы любите рыбу, морепродукты, то это здесь будет стоить примерно столько же, может быть, где-то подороже, где-то подешевле, но в среднем цена такая же. Конечно же, Аргентина – это страна вина, и его здесь очень любят пить. Оно здесь, опять же, стоит дешевле, чем в России. И мне сейчас сложно сказать прям, сколько стоит каждый продукт. Мы снимем про это отдельное видео, походим по гипермаркету и посмотрим, что сколько стоит. Просто если именно обобщить, в общем, то здесь цены на продукты дешевле. Мы, например, в среднем тратим около 400 долларов на еду, при том, что в основном мы готовим дома, покупаем еду в магазине, но по выходным мы ходим в кафешки, в рестораны и также периодически ходим в кофейню, покупаем булочки и кофе. Что касается походов в рестораны и кафе. Если мы говорим о том, что мы идем в кофейню выпить чашечку кофе и съесть булочку, мы, например, ходим в местную кофейню рядом с домом, и у нас на двоих кофе с булочкой обходится в 2100 песо. Но если мы говорим о походе, например, в Starbucks, то там это будет стоить около, наверное, 5-6 тысяч песо. По поводу ресторанов. Также здесь можно поесть за 10 тысяч песо на двоих, можно за 15, ну, максимум, мне кажется, за 20, потому что порции тут приносят очень большие, и много блюд тоже не съешь, ну, это так, в основных заведениях. Что касается проезда, если вы передвигаетесь по Аргентине на метро, автобусе или электричке, то проезд вам обойдется в среднем около 10 рублей. Проезд в Аргентине субсидируется государством, и поэтому как будет дальше, мы не знаем. Но вот сейчас, на момент съемки этого видео, проезд стоит действительно так дешево. По поводу цен на такси. Если вы перемещаетесь в Буэнос-Айресе, там, с одного района в другой район, то в среднем стоимость поездки будет около 2000 песо. Можно проехаться и за 1000, можно и за 3000, в зависимости от того, какой отдаленности район, но вот средняя цена – это 2000 песо. Если вы хотите проехать с одного конца города до другого конца, то это будет примерно 5000 песо. По поводу медицины. Медицина здесь есть платная и бесплатная. Если вы только прилетели в Аргентину и хотите пойти в бесплатную больницу, то врач вас примет бесплатно. Здравствуйте! По поводу платной медицины, она здесь действительно дешевле, чем в России. Я ходила, сдавала УЗИ, и оно мне вышло, ну, практически в половину дешевле, чем я это делала в Ростове. Что касается цен на роды. Многие летят сюда именно рожать, поэтому это очень популярный вопрос. Вы можете тут действительно родить бесплатно. Также можно родить и в платных госпиталях. Стоимость будет варьироваться от 1000 долларов до 5000 долларов. Подробное видео мы запишем немножко позже, потому что здесь очень много нюансов, от чего может зависеть цена. По поводу страховки. Если вы хотите здесь себе сделать медицинскую страховку, то она будет начинаться где-то от 40 долларов до 100 в среднем. Хорошая будет стоить примерно 70-80 долларов в месяц. Опять же, стоимость страховки будет зависеть от того, берете ли вы помесячно. Если вы берете себе сразу на год, то это будет дешевле. Если вы будете брать на семью, то это тоже будет дешевле. Плюс я слышала о том, что в стоимость страховки может входить даже один визит к пластическому хирургу. Поэтому здесь, что каждому нужно, то и будет включено в вашу страховку, и от этого уже будет зависеть цена. Также хочу вам напомнить про гайд по переезду в Аргентину. В нем мы собрали всю подробную информацию от начала сбора документов до уже непосредственно пребывания
в Аргентине. Гайд мы разместили на сайте для того, чтобы вам было удобно искать информацию в любом месте и в любое время. Также гайд будет периодически обновляться. Мы стараемся поддерживать его в актуальном состоянии. Подробности вы можете посмотреть по ссылке в описании. Что касается стоимости услуг, здесь цены тоже очень разные. Если вы обращаетесь к русскоговорящим мастерам, то стоимость будет гораздо дороже, нежели к местным вы обращаетесь. Например, я ходила на стрижку, да, мне нужно было просто подстричь кончики, немножко сделать челку, и стрижка мне обошлась в $20, при том, что когда я спрашивала, мне говорили, что там такая стрижка может стоить и $50, но мне сделают там еще в подарок какую-то масочку. Если пойти к местным, то такая же стрижка будет стоить, ну, в районе там $5-3. А также Илья, он ходил в парикмахерскую, ему нужно было сделать бороду и, да, подстричь волосы. И стрижка ему обошлась у русскоговорящих $14, а когда он пошел к местным, то ему это все обошлось в $3, и то он еще чаевые заплатил. Вот, то же самое все касается и няни, уборщиц, если вам нужно, маникюр, все то же самое. То есть у русскоговорящих это стоит дороже, у местных дешевле. Но что касается маникюра, местные мастера, конечно, делают его похуже, чем русскоговорящие. А вот если мы говорим о прическах, то делают они так же хорошо, как и наши мастера. Вот, поэтому здесь решать вам, да, кому вы будете ходить и сколько тратить на услуги. По поводу стоимости аренды машин. Я немножко далека от этой темы, но то, что я знаю, в день в среднем стоимость будет 35 тысяч песо. Это, опять же, средняя стоимость нормальной машины. Если вы будете арендовать помесячно, то, конечно, стоимость будет дешевле. По поводу стоимости бензина, то это примерно 300 песо за литр. Перейдем к следующей теме. Это тема техники. Здесь она стоит примерно так же, как в России. Конечно, здесь гораздо меньше торговых марок. Но здесь есть завод Philips, например, у нас тут недалеко от дома. Есть Samsung. А вот что касается айфонов. Если их покупать в официальном магазине, то они здесь стоят дороже, чем в России. Но если мы берем маленькие магазинчики, то айфоны там стоят примерно так же, как и в России, около $1000. Что касается одежды, если мы с вами пойдем в торговый центр, то одежда там будет стоить, опять же, примерно так же, как и в России. Но если мы с вами пойдем на рынок или на ярмарку, в местные магазинчики, то там одежда подешевле. Единственное, что говорят, что она не такого хорошего качества. Мы пока одежду особо не покупали, поэтому не можем тут точно сказать. По поводу детской одежды, могу сказать, что по стоимости обстоят дела так же, как и со взрослой одеждой. Единственное, здесь мы уже качество проверяли. И да, действительно сложно найти одежду хорошего качества для малыша. Но можно. А вот что касается подгузников, чему мы были приятно удивлены, так они здесь стоят дешевле, чем в России. Например, мы покупаем подгузники Haggis 60 штук за 5500 песо. Многие русскоговорящие, когда прилетают в Аргентину, не знают испанского языка, поэтому им нужна помощь переводчика. Переводчики в среднем в час здесь берут 10 тысяч песо. На этом все. В следующих видео у нас будет более подробный обзор цен. Если у вас есть какие-то дополнения, то пишите комментарии, ставьте лайки, если вам это видео понравилось. Всем пока-пока!